Степа пошел, я пошел. Но началось 21-го. Да, да, 21-го, да. Оно началось, да, за два дня. Мустафа там именно вечером. Да. Что еще? Что мы еще не сказали? Что еще? Да, давайте. Что будет за честность? Вот так быстро такой вопрос, так не ответишь. Что для меня честность? Честность для меня — это не просто не врать, но говорить все, что думаешь. Промолчать для меня — это тоже не честность. Понимаешь? Вот такая я категоричная. Да. Я не молчу никогда. В 20 лет дала себе зарок, нет, не в 20, в 24 дала себе зарок никогда не врать. Стараюсь этого не делать никогда. Очень-очень редко могу промолчать, это только касается моей мамы, 75-летней, ты понял, да, чтобы не нервировать ее там, да. Но все равно, моя мама знает обо мне все, вплоть до того, что я, например, могу покурить, ты понял, да. Я могу сделать это при ней, ты понял, да. То есть вот так вот обстоят дела, вот настолько я честна. Хотя она... Ой, она вообще, у меня был бывший секретарь парторганизации, 20 лет вообще, это ужас. Она начальником была, она руководила 10 магазинами. Ну, такая, ты понял, да. Но я благодаря своей честности, конечно, набила кучу шишек, ты поняла, потому что люди вообще этого не понимали, очень многие меня вообще не воспринимали, считали, что я какая-то сумасшедшая. Но это для меня был принципиальный вопрос, и поэтому детей я, ты поняла, я их с маленького, только они начали меня понимать, да. Я им начала объяснять, что такое ложь и правда. И говорю, повторяю все время одно и то же. Как бы не тяжело было произнести правду, ее надо произнести, понимаешь? Да, в любом случае. Даже если тебе это грозит, я не знаю, чем, знаешь, катастрофа. Я, мама всегда была противницей этого. Она говорила, что я сумасшедшая слегка, знаешь, что нельзя так жить, надо быть хитрее, изворотливее, ушлее. А я всегда была другая и говорила, не буду никогда так жить, никогда, как ты мне предлагаешь, никогда. Вот по причине того, что мне некомфортно самой собой будет, ты понимаешь? Да. У меня мне гармонично, когда я вот такая, какая я есть, ты понимаешь? А подстраиваться, что-то исполнять никогда не буду. Поэтому ты же понимаешь, три брака. Ты понимаешь, да, почему? Да, да, все. Но предыдущие, ну, это было три официальных, там три неофициальных, но все заканчивались очень быстро, до года, потому что я очень быстро выясняла, расставляла точки все на «д», и я понимала, мне не по пути с этим человеком. Или те люди понимали, нам не по пути с ней, потому что с ней очень сложно. Представляешь, как со мной сложно жить? Да. Вот, потому что у меня все ясно. Я не промолчу, да. Значит, говорят, мудрая женщина, она молчит. Меня можно назвать в этом отношении полностью не мудрой, ты понял, да? Вот, то есть честность для меня — это очень принципиально, очень. Это один из главных вопросов. Почему? Потому что я считаю, каждый человек, который врет, окружает себя, ты понимаешь, определенной энергетикой, которой я себя окружать не хочу точно, никак вообще. Понимаешь, это люди, которые все время забывают о чем-то, что они врали, понимаешь? С ними неинтересно для меня, потому что я очень наблюдательная и очень хорошо слушаю и запоминаю, да. Когда я человека ловлю на вранье, я уже сразу к нему теряю интерес. Он еще этого не знает, сидит со мной, разговаривает, знаешь, улыбается, а я уже, его для меня уже нету, ты понял? Я его уже вытерла из своей странички. Причем кто бы это ни был, даже, ну вот, у меня такая история была, на день рождения, знаешь, однажды малого не приехала моя подруга, она была его крестной матерью, знаешь. Ну и под предлогом того, что она делает балкон там стеклит в этот день. Почему, непонятно, я ее за месяц до этого предупредила, да? А через два дня мне там одна девочка рассказала, что она ее видела в этот день возле оперного театра с ухажером, знаешь? Мне без разницы вообще, с ухажером, она не с ухажером. Она бы просто мне сказала, Лена, у меня там вот так и так сложилось, мне надо идти. И все, и вообще не было. Я никогда не создаю людям прецедента какого-то, не делаю марлагу для того, что мне нужно. Но вот то, что она соврала, все, она для меня, представляешь, после 10 лет дружбы просто исчезла. Да, я уже, все, я не могу с этим человеком общаться. То есть, я же говорю, может быть, я, конечно, перебарщиваю в этом отношении, но вот, и, вот так у меня, представляешь, как мне сложно жить. Вы самый главный, важный человек в жизни сейчас. Сейчас их двое. Это мои дети. Нет никого важнее. Важнее, чем муж? Важнее, однозначно. То, что я ему это все время говорю, что даже у него иллюзии не было на эту тему. Да, знает об этом. А кто больше всего повлиял на твою жизнь, кроме мамы и отца? А,
Был мужчина в моей жизни, которого, да, можно назвать учителем. Он был очень плохой, отрицательный, но он меня научил очень важным вещам. Мы общаемся, 7 лет назад начали общаться, он меня нашел, мы очень хорошие друзья, теперь все. И я ему часто говорю спасибо за это. По какой причине? Он научил меня любить себя и уважать. Однозначно, да. После него я поняла, что так нельзя. Надо к себе по-другому относиться, да. И с изменением отношения к себе изменилось, ты же понимаешь, к лучшему моя жизнь, да. Что бы ты, ну, какой-то совет молодым людям, которые вступают в жизнь, такой со своей точки, девочкам, со своей точки зрения, помочь им в этой жизни как-то пробиться или самореализоваться? Всем девочкам вообще, да, желаю не зацикливаться на семейной жизни, не считать, что их предназначение только стать матерью и там женой. Желаю реализоваться, потому что, ну вот знаете как? Как вам объяснить? Потому что развиваться нужно во всех направлениях. Не надо выбирать никогда одно, понимаешь? Надо стараться успевать все. И это, и это, и это. Моя семья не страдает от этого. Муж говорит, что я ладина, я всегда его встречаю. Такого нету, чтобы он мне чего-то не рассказал. Я такой друган, я закрою любой дыр, понял? И лошадь остановлю на скаку, и в горячую избу войду. И он это знает прекрасно. Что я закрою все вопросы, он может на меня положиться полностью вообще, ты понял? Я такая взрослая девочка, я могу и по башке дать, если надо, ты понял, если ситуация того требует, да. Но женщина становится неинтересна мужчине, если она занимается только домом и семьей, это неизбежно. То есть вот когда у нее есть еще что-то, не обязательно это должна быть работа, в том смысле, ты понял, для зарабатывания денег, это может быть какое-то увлечение. Ты понимаешь, да? Но человек от занятия семьей и детьми долгое время он не развивается. Ну, то есть подруги для меня, например, 15 лет сидения дома, это катастрофа, Валя. Это вообще, это трагедия. Нет, это не просто для мужей неинтересно, это неинтересно для всех остальных даже, ты понял? Ну, у меня даже дружба сошла со мной именно нет, ну, потому что, ну, что ты, о чем звонить? Поставила ли она клизму сегодня ребенку своему или еще что-то. Все, больше не о чем говорить. Они от сидения дома, ты понял, видимо, все время, ну как бы лень, она захватывает, ты понял? Да, она все заворачивает, перестает интересоваться всем. Их не интересует, знаешь, казалось бы, там есть свободное время. Я там, у меня полчаса свободных, я там или книжку прочитала, или газету прочитала, или куда-то там заглянула, с кем-то поговорила. Ну то есть я не могу, у меня все время движение в жизни, мне надо все время эту информацию. Ты понял, я увлекаюсь очень музыкой серьезной, знаешь, ну, я в этом отношении продвинут. Это одно из увлечений, там, чтение, другое там увлечение. Ну, то есть они сидят дома, я тебе рассказываю. Вот они там ребенка покормила, она в садик отвела, все, она либо спит, либо сидит, втыкает телевизор, все. Ну, все так. Я не знаю, почему так происходит. Но человек, видимо, вот такая ленивая скотина, ты понял, когда есть повод для лени, он ленится, а потом все больше, больше, больше. То есть для меня, например, чего бы я всем желала, и мальчикам, и девочкам, трудолюбие, да, заставляйте себя, боритесь со своей ленью, понимаете? Нельзя себя, вот только внутренняя дисциплина поможет выжить реально, понимаешь? Тем более сегодня, ты же знаешь. Всем очень настоятельно девушкам здесь рекомендую стать наблюдателями по жизни, знаешь? Да. Что для меня это означает? Смотрите, наблюдайте, что происходит, делайте выводы из этого, смотрите за людьми. Вот они говорят, как вот я встречаю мужчину, не могу в нем разобраться. Я говорю, неправда, ты просто начни за ним наблюдать подробнее. И если ты умеешь анализировать, то ты очень быстро поймешь, что это за человек. Точно так же, как для вас. Знаешь, каждое слово, каждое движение человека, его действие, его рассказ какой-то о прошлом, очень о многом о нем говорит, если проанализировать это реально, понимаешь? А тем более, когда есть жизненный опыт, то это легко сделать. Я, мне человек достаточно. Ну, у меня еще такая работа, я же, ты понимаешь, почти психолог. Да, через меня проходят десятки людей каждый день. И мне под них надо подстраиваться, чтобы они были довольны, им со мной должно быть комфортно, ты понимаешь, да? Только врач должен быть не только психологом, но еще и философом. Да, и поэтому я, вот человек заходит, я уже знаю примерно, что меня с ним ждет. Веришь? Да, я уже его вижу как бы сразу, да. Мне девочки часто, знаешь, приводят своих мальчиков, говорят, Лена, посмотри,
Знаешь, я смотрю, говорю, мне не нравится, или там, ну ничего, давай посмотрим дальше. А были случаи, вот знаешь, вот был случай, мы даже почти наспор. Сашка когда-то привела своего бывшего мужа тогда, привела, говорит, ну как, я говорю, не нравится. Она говорит, что не нравится, он такой тихий, спокойный, я говорю, тихий, спокойный, вообще не люблю. Для меня это наоборот, да, первое противопоказание. А если мальчик для меня пишет стихи, это все, это конец уже. Я уже сразу разворачиваюсь и до другой стороны это рассказываю. Есть одна примета на этот счет. Вот. И она вышла замуж, знаешь, он так некрасиво с ней поступил, тоже бросил вообще. И мы так сидим уже спустя 3 года. Я говорю, ну что, она говорит, блин. Да, не послушалась. Она на меня тогда так обиделась, знаешь, ну, что я, ну, ты же понимаешь, я со своей любовью в правде. Она подходит ко мне, говорит, нравится? Ну, я поворачиваюсь, говорю, нет, не нравится. Знаешь, она так, знаешь, ей так стало неприятно, потому что любой бы другой на моем месте сказал бы, ну да, ну ничего, знаешь, а я так сразу раз, нет, не нравится. Потом 3 года спустя сидим на кухне, здесь она говорит, блин, вот это не послушал. В общем, вот такие вот дела. Не буду задерживать. Да, Валечек, я думаю, помоги. Это у вас тоже. Если вам чего-то не хватит для нарезки, свистните мне.